Российский фигурист Роман Костомаров уже несколько месяцев находится под пристальным наблюдением врачей. Новости о его самочувствии постоянно обновляются, то в сети проскальзывает информация, что фигурист чувствует себя лучше, идет на поправку, то совсем иные, как состояние значительно ухудшается. Несколько часов назад стали писать о вновь ухудшемся состоянии спортсмена. Роман Костомаров все никак не может победить сепсис. Вследствие этого возможны различные исходы, а одним из побочек болезни может стать отказ почек и других органов. Напомним, мужчина был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией более 2 месяцев назад. Сепсис – это полный отказ иммунной системы на всех фронтах. Отказывают почки, страдают органы дыхания, появляется сердечная, почечная и печеночная недостаточность, рассказывает врач Ирина Ярцева. Сейчас рядом с Романом находятся самые близкие члены семьи, его коллеги и друзья. Поклонники в интернете без устали пишут письма и слова поддержки российскому фигуристу. Будем надеяться, что в скором времени мужчина справится с болезнью и уже здоровый вернется домой.